Всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами Брайняша, и сегодня мы будем играть в Майнкрафт, и я вообще давно хотел сделать такой цикл летсплеев, но то времени не было, то оборудование лагало, то я просто был ленивой жопой. Но это мультиплеерный летсплей, самый обычный летсплей по Майнкрафту, но только на серверах, да. Играю я на Soulcraft, вот, и буду играть, наверное, на первом сервере, потому что он классный, да. В общем-то, буду играть я на первом сервере всегда, но иногда буду переходить и на другие. В общем-то, ищите меня на всех серверах, вот. Ну, а я перейду, пожалуй, уже на первый сервак. Я уже построил небольшой домик там и добыл немножко ресурсов в шахте. Вот. Сейчас, может, кстати, вы сейчас видите, как я строю это, но я строил со своим другом на четвертом сервере. А потом, после перезагрузки сервера, мы его тупо потеряли. Вот. Я думал, конечно, выпустить такое видео, а потом еще заснять вот еще вот то, что сейчас вот происходит, но в итоге я это не сделал, в общем-то. Для начала откроем ежедневный бонус. Мы получили супер меч. Давайте посмотрим. Стата 1. Блин, такой лучше сохранить. И бесплатный кейс. Я, наверное, каждый летсплей буду их открывать. Открываем. 500 монет. Ну, неплохо так. Стандартный кейс, ну, это ладно, в принципе. И, блин, чат просто большой, заслоняет весь этот. Я, конечно, могу его тупо заглушить, но я хочу, как бы, я не решаю эти проблемы. Так, поэтому я поставлю тупо интерфейс поменьше. Вот. Теперь я вам все же покажу свой домик. Так, я тупо жду на мою точку. Блин, а... Так, хелм. Дом. Вот мой домик. Вот так вот он выглядит. Я его, конечно, буду еще апгрейдить. А вот те ресы, которые я как бы получил. Вот самый основной кит-старт. И вот они, ресы, которые я добыл в шахте. Вот. Тут я буду спать. Правда, я не могу спать, потому что тут включен автодень. Вот. И я даже не знаю, что мы будем сейчас делать. Вот. Так. Не знаю даже. Давайте сделаем какую-нибудь там это, кирочку или топорик. Так, вот, не палочки мои. Опа. Все. Эти алмазы кладу, эти тоже. Кстати, я сейчас сижу вот на таких координатах. Вы сможете меня найти. Мой дом. Сейчас я вам напишу. Через РГПОС. Вот. 4215 блоков по иксу, а и минус 3000, и минус 3000, блин, и минус 3000, блин, а, да, я вроде правильно прочитал, 431 блок, вот. Короче, видите, вот сейчас эти координаты, и лучше я заглушу нафиг этот чат, вот. И еще вы наверняка скажете, а чё ж ты на минимальных настройках сидишь, графики. Дело в том, что с большими этот сервер будет у вас каждые полминуты этот сервак у вас будет вылетать, если вы поставите все на максимум. Но лично у меня такое было. Хотя не только у меня, я вот когда вот вчера играл, строил этот дом, я видел в чате дофига сообщений о том, что у них вылетает игра. Вот.
Я не знаю, может это проблема сервера, а может это проблема телефонов, то что у нас такой телефон плохой, нифига. Кстати, блин, довольно классный пейзаж. Еще шейдеры какие-нибудь подрубить, и будет классно. Теперь пойдемте на шахту. Там же, наверное, все раскопали, да? Ну да. Давайте подожду, хотя нет, давайте я все же подрублю чат. О. Эта шахта обновляется раз в 15 минут. Игрок Биг Топ. Значит, если жена, то в чате это. Если не жена, то в чате это. Так, если создатель клана, то это. Если участник клана, то. Нет, клан, ты на ник, сообщение игрока. Довольно классно. Чат у нас. Ой, блин. Шахта у нас остановилась. Нет. 800 тысяч, ой, блин, 880 тысяч, да, я все правильно вроде, блин, что мне, опа, а кто это у нас сюда пошел, а, это моя шахта, понял, он ушел, а, это у меня пинг, маленький, блин, какой маленький, у меня просто гигантский пинг. Потому что я, чтобы не было слышно той жопы, которая происходит, у меня... Ну что, офигел мое дерево. Я тебя еще мечом замучу. Капец, у меня еще лагает, блин. В минимальных настройках. Это что же за телефон-то такой, на котором вылетает даже, блин, на минимальных настройках графики. Я офигеваю, блин. Ну, по крайней мере, мы добыли немножечко дерева. Так, личная статистика. Кстати, я 40 минут играю, 5 сообщений, 21 команд. 308 блоков. И убил я 0 игроков, потому что это самое начало. Моего выживания тут. Слушай, вот это тут. Это вот он, блин. Он или флай, или у него ГМ-ка стоит. Блин, я не знаю, это, по-моему, выше ГМ-ки, как что нафиг тебе в шахте надо. Он вышел? Да вот он, блин, вот! Сиди тут такой. Сиди. Кстати, я подрубил оконный это вообще. То есть у меня есть даже оконный калькулятор, это нужно будет нам, чтобы выигрывать в чат-играх. Я тебе даже калькулятор запущу. И началась сразу же реклама. Так, скрой его, пожалуй. Вот что ты там сидишь, а? Вот что ты там сидишь? Фух, блин. Что это мое дерево? Это дерево не мог взять, и я смог. У меня сейчас забанят, походу. Продаю палку. Денег. Чего? Опа! Сразу же начинаем просто все уничтожать. Как хорошо то, что я тут оставался. Он, видать, вылетел. Нет, тут вон оно, блин, лавредина это сидит. Так, я вроде этот пол добыл. Ну, это добыл. Нам надо все абсолютно добыть. У чего ты там копаешься, а? Это мои алмазы. Это мои изумруды. Опа, у меня уже второй алмаз.
такой дебил, правда, забыл забрать топор из дома, чтобы рубить это дерево. Нормально, тут все сломали. Да, кстати, тут она довольно коряво всегда. Я там где-то на 90% серверов шахта очень коряво запривачена. Именно поэтому вот тут вот блоки некоторые не запривачены. Но, может, это просто создатели сломали. Точнее, какие создатели? Донатер, вот. Грифер и донатер, вот. ВТФ. У меня лаги. Вот этот игрок вообще уже, наверное, может, несколько месяцев на этом сервере, играет. Смотрите, сколько игроков уже подключилось. Я всего лишь 2 алмаза добыл. Это или доны сломали, или... Блин, лучше мне отсюда выбираться, потому что лаги большие начинаются. Чё он от меня хочет? Говорит, а у него, по-моему, такой же никнейм был. Это ты? Нет. У него глаза не те были. Ладно, короче, уже лаги пошли просто гигантские, поэтому тпшимся на дом. Кстати, я узнал, можно без слэшки водить. Только что. Так. Плюс 2 алмаза. Плюс 3 изумруда. Плюс 7 угля, плюс 11 железа. А, вон. Плюс 26 булыги. Капец, у меня сервак лагает. Так вот. Еще 6 золота. Еще 8. Тихо. И еще 6 там где-то дерева. И 47 красного камня. И осталось так есть. Кирочка. Супер меч. Все. На самом деле это супер меч. Он не очень так супер меч. Я видел меч, который наносит 13 урона. И убивает игрока даже с топовой броней. Практически убивает. 120 плюс 313. Так. 120 плюс 313. 120 плюс 313. 433. Позрим. 433. Я выиграл в 4. Первая моя... Хотя нет, не первое, у меня до этого уже было. Кстати, сейчас. У меня скорборд отключен. Скорборд. Он. Вот он. Почему он у меня исчезает, я не понимаю. А, вот он появился. 100 монет, это довольно классно, уже понемножечку начинаем наше выживание, я опять хочу жрать. Так, кстати, а давайте введем кит-бонус. Блин, точнее, я забыл, просто бонус. Через 30 минут. Ну ладно, дождем, пока вот бомбочкой попрыгаем.
Я заметил, на этом сервере вообще мало построек. И потом еще с X-рейчиком посижу. На этом сервере я посижу с X-рейчиком. Вот. И посмотрю. Может, у них у всех дома, блин, под этой. Или просто еще никто так далеко не ходил. Вот я первый. Хотя я иногда домики и не в такой жопе видел. Уже 15 минут. Кстати, я использую, смотрите, мою обезьянку. Я использую, когда играю с другом, потому что мне лень постоянно то выключать микрофон, то включать микрофон. Кстати, мы общаемся при помощи скайпа. Наши ники вы сможете найти в описании. Также моя группа и... Кстати, я хочу сказать то, что я на этой неделе или на прошлой... На этой я неделе начал разработку своей сборки Minecraft. Ссылка на группу, где я буду все это разрабатывать, будет в описании. Если я, конечно, не позабуду это все добавить. Вот. И я даже не знаю, что я так бегаю по миру. Вот. Давайте что-нибудь на спавне, что ли, найдем. Или или будем wild писать. Может, какую-то нуба заметим. О. Это уже не первый раз, когда я так топаюсь и появляюсь в каких-то вот этих вот озерах. Кстати, я близко появился. Там, где я был. Опа! Максим 99 очистил чат. Зачем? Я не могу теперь найти координаты дома. Хотя нет, я смогу. Нет, не смогу! Блин! А! Хотя пофиг, у меня же Сетхэм стоит. Так, в общем-то. Слушайте, а я вспомнил, как я смогу найти наш дом на четвертом сервере. Я же еще ту запись не удалил, где мы дом строили, кажется. Возможно, я буду каждый четный выпуск проводить на сервере один, а каждый нечетный... Блин, нет. Наоборот. Каждый четный я буду проводить на четвертом сервере, а каждый нечетный на четвертом. Опять не то. А ладно. В общем-то, теперь мы добудем немножечко тростника. Я всегда люблю добывать тростник в Майнкрафте. И я хочу немножечко превообразить свой домик. Да. Кстати, еще я, наверное... What the fuck? Еще я, кстати, построю дом другу своему, чтобы он не строил его целую вечность. Харе чат чистить. Харе чат чистить. По 701 плюс 289. 701. Уже выиграл кто-то. Потому что я колепаюсь слишком долго. Ну ладно. Мы-то уже сегодня много уже успели. Капец, как много. Ну, первое мы выиграли в одной мини-игре. Вот. И я топожусь на дом и начинаю его строить, как бы, вот. Так, теперь... А, блин, а чё я слышку пишу? Хелм дом. Пом-пом. Опа. И я понемножку начну качать свой домик. Понемножку. Возьму YouTube.
Итак, прямо сейчас я взял свой топорик. Не говорите, почему он у меня каменный. И начнем делать дом. Так, опа. Опа. Паркурил. Да вот тут, в принципе, не надо. Теперь. Берем землю. Опа. И все, это уже второй этаж. Раз, два, три. Теперь. Раз, два, три. Да блин, да хватит исчезать, блоки! Опа, опа. Теперь. Опа, 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 опа. Так, теперь, где у нас стекло? Угу. Стекло у нас здесь, 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 здесь. Здесь, 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 здесь. Главное, чтобы бомж Вася их не удалил. Так, теперь бежим к нам в дом, забираем оставшиеся ступеньки. И удаляем еще также вот эти вот блоки. Опа. И опа. Теперь собираем эти блоки. Четыреста. Девяносто девять плюс 510. 1009. Если я выиграл. Я не знаю, кто это блин 08 на чем мне пишет. Блин, опять это долбанное, блин, включение. Индикатор. Понимаю. Ну, ё-моё. Ну, за что, интересно, он мне отключает интерфейс. Так, построим тут такую лесенку. Пок. Пок-пок. Все. Теперь я смогу просто легко как пробраться в домик. Теперь. Ну, мы, конечно, позже сделаем лестницу уже хорошую. У меня закончились доски. Раз, два. Раз, два, три. Да, все сходится. А тут... А, тут тоже раз, два, три. Раз, два, три. Теперь... Опа, опа! Вы видели? Вы это видели, как я прям вот... Так прям вот... Вроде я никакие доски не забыл. И я забыл взять стекла. Опа. Так, и теперь... Опа. Начинаем строить. Почему они удаляются? Ну, пофиг.
Куда еще два блока делось? Я перезашел наконец-то. И можно теперь. Продолжать делать наш дом. А тут это обязательно. Я вот, кстати, думать... блин. Я, кстати, думаю сделать так. Короче, я думаю начать еще также гриферское выживание. Это, можно так сказать, одна ветвь мультиплеерного летсплея. Только там это опа. Сорок. 9-3-9. Блин, а? Выиграли уже. Так, в общем-то, я думаю начать также еще выживание гриферское. Это ветвь мультиплеерного летсплея. Только там выживание будет проходить на гриферском сервере, то есть на грифе. Вот. Если хотите, то можно сделать. Вот. Только напишите, хотите ли вы это или нет. Блин, я не то взял. Ну, 36 блоков это, ну, не очень так, но... Ладно, нормально. Так, и теперь... Опа, 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 опа. Так, теперь хопа, хопа, хопа. Побежали на новую локацию, где я видел дерево. Чего? Не понял. Не понял, почему. Так. Я, конечно, понимаю, если перезагрузка,
Но когда должны были еще типа написать, типа перезагрузка. О, кто-то железка выкинул в моем. Кстати, иногда. Кстати, ежедневная награда, как я понял, она всегда после перезагрузки сервера. Зачарование вам нужно 3000 монет. Вот в. Ладно. Я хочу еще раз пойти на автошахту. И у меня опять начинает лагать Майнкрафт. Опа! Супер! К тому же я захватил топорик. Ха-ха! Понятно, мой алмаз. Слушай, чё, охренела? Алмаз. Дай. Алмаз, дай. Килоска. Килоска 1, 2, 3. Угу. Ща. Так. Тише, не отходи. Тел. Плоско. 1, 2, 3. Алмаз дай. Алмаз дай. Блин, я, конечно, мог за это время уже дофига таких же алмазов докопать. Так, ладно. В принципе, один алмазик из-за него, в принципе. Ладно, пусть копает там. Я... Ты задрала ко мне, блядь! Еще, может, напишу, блин. Сейчас в скайпе, может, позову даже. Опа, мой алмаз. Опа, хопа, хопа. Блин, а. Вот этот, ладно, это... Может, еще даже немножко уже играет. А она, я так понимаю, она тупо хочет, типа, надавить на жалость, что ли, чтобы я ей все же дал этот сраный алмаз. Вот. Ага. То есть изумрудный блок я забрал. О, нифига, сколько дерева. Даже ходить не надо. Я сейчас, кстати... Ну, 8 дерева, конечно, не очень много, но на то, чтобы построить там дом по-быстренькому, хватит. Так. Ну, два алмазица опять, в принципе. Озеро откроет через 15 минут. Да нафиг. Мне нужно ваше озеро. Мне рез нужны. В принципе, все, сейчас быстренько достраиваю дом и все. Ну, как-то так вот. На более у меня не хватило ресов уже. Вот. Кстати, у меня уже 3000 монет. Вот. Пока я был в паузе, я выиграл в нескольких мини-играх. В следующей серии я наконец доделаю этот дом. Я его еще, правда, потому что не доделал. Вот. Ладно, все-таки. Всем спасибо за просмотр.
С вами был Брайняша. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Вот, в общем-то. И все такое, вот. Если вам понравилось данное видео, лайк можете поставить. Если не понравилось, напишите, почему вам не понравилось это видео. Вот, и когда, может быть, в следующих частях все будет уже нормально. Ой, ну что-то я уже затягиваю, потому что уже, блин, видос идет 40 минут. Так что все, в общем-то. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте, ставьте лайки. Вот. И пока всем.